Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о всех секретных кодах для iOS, для iPhone и iPad. Начнем с первого того, что видим комбинацию звездочка, решетка, 06, решетка позволяет нам увидеть наш email. С помощью данного кода вы сможете обратиться там в правоохранительные органы, дабы потом отыскать ваше устройство. Вот, и также можете доказать с помощью данных, что это было ваше устройство на коробке и тому подобное. Следующая комбинация влечет за собой информацию о переадресации, то есть звонки, смс и другие данные. Введете эту комбинацию, нажмете вызов и все прекрасно сами увидите. Следующая комбинация показывает, на какой номер идет переадресация, когда iPhone выключен или вне зоны доступа, то есть вне сети. Вводите эту комбинацию, и вам покажет номер телефона. Следующая комбинация дает информацию об определении входящего номера. То есть ввели эту комбинацию, и когда вам будет звонить, даже если он будет не определен, он определится. Опять же, следующая комбинация идет, это скрывает номер для исходящих звонков. То есть нажали эту комбинацию, дальше нажали номер телефона, и после решетки имеется в виду в международном формате, и нажимаете вызов, вы скрываете номер. Следующая, это блокировка всех звонков. То есть нужно будет отключиться от внешнего мира, вы просто блокируете вот все звонки, будут идти на автоответчик. Другая же комбинация отключает блокировку всех звонков. Следующая показывает информацию о блокировке исходящих данных. То есть если у вас какие-либо данные, либо звонки, либо смс, что-либо заблокировано, а это вам покажет все эти необходимые данные. Информация об ожиданиях вызовах это показывает. Отключает ожидание вызова. Эта комбинация нам показывает сведения о сим-карте, то есть показывает уровень связи, уровень сети и другие фишки. Это повышает качество связи, но снижает заряд батареи. Эта комбинация отключает режим полноразрядного кодирования. Эта же комбинация показывает номер сервисного центра вашего мобильного оператора, если вы не знаете. И самое важная командная строка быть может на вашем iPhone, это вот это. Эта комбинация позволяет вам отключить любую переадресацию, звонки, смс, другие данные, либо еще полностью отрубает все, что-либо, если использовано против вас шпионские какие-то фишки, то вот эта комбинация отрубает все. Вот, я думаю, вы для себя что-то полезное узнали. Если что-то было новое, прожимайте лайк, то, что вы не знали. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. И до скорых встреч. Don't know how I feel, nigga.